Всех приветствую, друзья и коллеги. Это Дмитрий Шимко. В данном ролике я расскажу вам об общих тенденциях 2024 года лазурного, в скобочках зеленого, деревянного дракона, который стартует 10 февраля 2024 года и имеет свое влияние вплоть до 28 января 2025 года. Сразу отмечу, что цвет у проснувшегося дракона на самом деле не синий или зеленый, а действительно лазурный. Он очень специфический и соединяет в себе как зеленый, так и оттенки синего цвета. И я, дабы избежать путаницы, в дальнейшем буду озвучивать именно вот зеленый оттенок. Китайский Новый год является одним из самых важных и ярких событий в китайском календаре. Помимо семейного застолья, китайцы активно участвуют в масштабных гуляниях и проводят традиционные обряды. Наступление года у них отсчитывается сложнее, не как у нас, и вступление тотема в силу определяется лунными циклами. Смена календарных вех происходит во второе новолуние после зимнего солнцестояния. Именно поэтому год дракона начался не 1 января, а только 10 февраля, вот этого 24 года. Но для вашего удобства я разделил материал в гороскопе условно на несколько частей. Это общая информация о тотеме дракона, сравнение исторических параллелей, энергетика года и прогноз для каждого представителя всех 12 тотемов. Тайм-коды будут прописаны в описании к этому ролику и в первом закрепленном комментарии, поэтому вы сможете с легкостью возвращаться в течение года и прослушивать необходимую информацию повторно. Чтобы понимать энергетику года, который нам с вами предстоит пройти, затронем немного мифологии. Тотем дракона – это единственный мифический представитель восточного зодиака. В Китае драконы не просто символизировали плодородие и жизнь, силу, мудрость, но и сочетали в себе энергию зла. Поэтому стихийные бедствия, отчасти их ответственность, как считают китайцы, дракон сочетает в себе двойственность и является воплощением ян – активного мужского начала, который дополняется инь – пассивным женским началом. Таким образом, дракон показывает, как противоположные энергии могут взаимодействовать, меняться и переходить из одного состояния в другое. С точки зрения нумерологии, вообще наступающий год дракона – это пятый годовой цикл при отсчете от года кабана. Если мы берем, это пятая ступень 12-летнего юпитерианского цикла. Пятый цикл – это цикл трансформации, время изменений. Именно в такие циклы, как правило, и происходят непредсказуемые события, которые несут в себе не только разрушение, но и созидание. И дополнительно стоит отметить, что все годы дракона, каждые 12 лет, как ни странно, попадают в високосный год. Поэтому они никогда и не были простыми годами. Чтобы тоньше уловить связь временных эпизодов, пробежимся по некоторым ярким событиям из прошлого, и вы заметите важные общие грани истории. В годы дракона обычно происходили интересные метаморфозы, в основном затрагивающие сферы политики, науки, образования, межличностных отношений, не оставляя равнодушным ни одного человека в той или иной степени. Но возьмем отсчет от 1904 года, год дракона, где взяла свое начало русско-японская война за господство в северо-восточном Китае и Корее, и тут же напротив инциденту Боливии и Чили заключают мирный договор и разрешают все взаимные противоречия. Далее, в 1916 году Турция совершает прорыв в устройстве страны, и в правительстве пересматривается закон в семье, в довесах изменяются процедуры бракосочетания, развода и так далее. Теперь женщинам впервые разрешено посещать учебные заведения, тем самым повышая общий уровень образованности. Помимо новаторских решений, в июне-августе 1916 года совершилось наступление русского юго-западного фронта, где русские войска прорвали позицию обороны и заняли значительную территорию. Следующий интересный цикл дракона – это 1928. Еще тогда в начинающейся молодой, зарождающейся Советской России стало обязательным для всех иметь начальное образование. Так вот боролись с всеобщей безграмотностью. И в том же годовом цикле Сталин полностью отказался от НЭПа, который был запущен еще Лениным в начале 20-х годов. Устройство экономики перешло под полный государственный контроль. А в Америке наоборот, в год дракона началась так называемая Великая депрессия, которая нанесла очень серьезный экономический урон стране, да и миру, да я думаю, вы об этом знаете, если изучали историю. Не менее интересным оказался 1940 год дракона, который, собственно, запустил после 1939 года начала Второй мировой войны, аспекты войны,
Германия действительно начала свое мощнейшее движение по захвату и аннексии территории. Я думаю, вам тоже об этом не стоит подробно рассказывать. Историю вы все хорошо знаете. Очень интересен год дракона 1952. Во-первых, этот год, если говорить про нашу страну и Советский Союз, сгущал краски. Это год до смерти Сталина, дело врачей и так далее. То есть был достаточно жесткий такой ограничительный год. Катастрофы вот в США бомбило Северную Корею и так далее. Это год дракона, 52-й. Просмотрев переплетение временных эпох, очень хотелось бы еще вот особенно выделить 1964 год и обратить внимание на события тех лет. Особенно внимание, если хотите в полной мере прочувствовать посыл 24-го года, потому как ровно 60 лет назад, в 1964 году, свершился настоящий фурор. Во-первых, в разгаре Вьетнамская война из США, Вьетнам. Во-вторых, был заключен на пожизненный срок, как тогда казалось, Нельсон Мандела. В Африке ажиотаж вокруг этого политического кризиса. В-третьих, в Советской России 64-й год стал действительно поворотным в изменении лидера, генерального секретаря. Именно осенью через госпереворот окончательно был смещен, отстранен от должности Никита Хрущев, и его место, как оказалось, на последующие 18 лет занял Леонид Ильич Брежнев. А дальше были некоторые договоренности. Ну, вот такие исторические параллели. Например, в 1964 году СССР и Восточная Германия подписали договор о дружбе сроком на 20 лет. Поэтому мы и проводим параллели такого плана. 64-й год ближе всего по событиям, связанных с изменением в верхушке власти, политические изменения, экономические изменения. Поэтому понятное дело, что нету чистых повторений, но тем не менее 64-й год, он как бы так вот незримо дает тень на 2024-й. Ну, как вы заметили, события, происходящие в год дракона, всегда имеют некую двойственность, привнося кардинальные изменения не только в каком-то одном уголке мира, будто раскрашивая карту планету Земля в черно-белые оттенки, подобно шахматной доске, а каждый игрок ведет свою битву, делает свой ход и открывает следующую неизвестную клетку. Непредсказуемости не занимать и в год дракона 1976, где вспышкой молнии проносится тема научных открытий. Образовывается, например, компания Apple. Однако дракон не оставил без внимания и сферу политики, естественно, где в результате военного переворота в Аргентине, например, свергнута была президент страны Изабель Перрон и объявлено о запрещении деятельности всех политических партий и объединений. То есть дракон сжимает, он всегда сжимает и добавляет такого огоньку жести. Или, например, как действует дракон, затрагивая все то, что попадается ему на глаза, будь то отношения или природные катаклизмы, или же в сфере политики. Ну, например, в 1988 году, этот год уже действительно для многих, вот живших тогда, в советское время особенно, видели начало масштабного разрушения вот этого железного занавеса, которое происходило тогда в России. Началось, ну, можно сказать, падение Советской империи. То есть, если еще в эпизоды с 85 по 87 год и объявленной тогда гласности это было не так нарочито, то 88 год становится уже достаточно радикальным. Год дракона, показывающим вот это разрушение. Еще интересная связь прослеживается между 2012 и 2024 годами. Это годы дракона, где совпадает несколько интересных событий. Например, в 2000 году Путин впервые стал президентом. Далее он же стал президентом в 2012, год дракона. А после протестов, уже где прошел определенный эпизод, 12-летний цикл, прошел инаугурацию, уже в третий раз заняв свою должность. И по воле прошлых лет, в 2024 году, год дракона, вновь проходят выборы Путина, где в главных ролях Путин. Здесь вы можете самостоятельно почувствовать связь этих трех циклов «Тотема дракона», на какие выводы нас наталкивает эта тонкая нить истории. Ну, каждый решит, наверное, для себя самостоятельно. Очень важно, кстати, обозначить еще тот факт, что события, которые происходят в год дракона, по сути, создают фундамент на 7-9 лет вперед. По делам и происшествиям, которые закладываются в этот год, можно прогнозировать ситуацию в будущем.
вне зависимости от того, какой именно сферы жизни она касается. Год в любом случае можно назвать фундаментальным и бесповоротным. То есть этот год фатальный. Все события, которые здесь закладываются, они не могут впоследствии поменяться. Они могут раскрашиваться, но не поменяться. И по сути годы дракона это... Ну, непростые годы, неспокойные, и в самом минимальном варианте здесь происходят какие-то тектонические сдвиги, которые служат фундаментом и неким образом фантомом событий для уже последующих годов. Года змеи, года лошади, козы и так далее. Которые, в свою очередь, культивируют эти события и производят, воспроизводят их в таком уже практическом материальном пространстве. Ну, если можно так выразиться, то весь год – это экшен дракона, это... всего лишь мина замедленного действия, и все плоды, заложенные в этом цикле, начинают прорастать только в последующие 3-7 лет, а иногда и 9 лет. Ну, метафорически выражаясь, дракон выступает в роли сценариста, давая идеи для будущих свершений. И вообще, годы дракона – это всегда годы такие горячие, жесткие, где происходят войны, изменения во власти, даже межличностные отношения очень обостряются, назревают конфликты, подвисает опасность разного рода природных катаклизмов, смерчи, урагана, землетрясения, тайфуны. Случается дестабилизация в отношениях между народами, между нациями, обострение криминальных войн. В такие годы часто убивают, стреляют, совершают какие-то больше заказных убийств, происходит расширение военных действий, их масштабирование. То есть появляются все новые и новые конфликтные точки. Единственное, что дает здесь возможность обретения гармонии, это то, что грядущий год проходит под тотемом именно зеленого деревянного дракона. Вообще у китайцев считается, что дерево, трава, зелень зеленого цвета – это начало. Например, год хорош для создания отношений, для рождения детей, для урегулирования обостренных конфликтов, в том числе военных, которые тянулись годами, и решения важных личных вопросов. Он будет, то есть этот год будет несколько мягче своих предшественников, и здесь появится возможность к решению неких конфликтов и разрешению некоторых конфликтов людям. Нужно будет, видимо, учиться выстраивать понимание между друг другом. Дракон потребует от нас умений и навыков дипломатии, где придется проявлять гибкость, в том числе и в личных отношениях. Год не такой резкий, с возможностью выстроить какие-то коммуникации, идти на уступки и чувствовать грань, когда нужно включить разум, не поддаваясь эмоциональным всплескам. Стихия этого года все-таки говорит нам о некотором умиротворении, сглаживании углов, если так можно сказать. Здесь очень сильные эмоциональные точки в этом 24-м году. Это эпизод, начиная с середины года и вообще второе полугодие, в том числе осень. То есть, другими словами, второе полугодие, оно, конечно, сглаживает острые углы, которые обнажены в первом полугодии 24-го года. И несмотря на то, что год дракона идет волнами, такой волнообразный год, то внезапно горячие стычки, протесты, то наоборот, резкое умиротворение и урегулирование, затем природные катаклизмы и так по кругу. Этот 24-й год в любом случае готовит нам серьезные сюрпризы. Я бы даже назвал этот год годом черных лебедей. Речь про те события, которые на данный момент не поддаются прогнозированию ввиду задействования слишком большого количества людей, находящихся в тени. Впервые появляются... в нашей реальности. Естественно, повторов в истории нет, повторюсь, и, например, параллель с 64-м годом, смены власти, как это было, я бы пока не прогнозировал и оставил это на год козы 2026, который будет являться куда более радикальным по изменениям, которые можно увидеть воочию. Но, тем не менее, закладка ряда, ряд пока еще тайных нюансов как раз просматривается именно в 2024 году, год дракона. Уже в феврале-марте мы можем наблюдать некоторые события, сюрпризы, которые становятся лейтмотивом на весь 2024 год. На этом с общими тенденциями и энергиями года я заканчиваю. Далее перейдем к прогнозу для каждого тотема восточного гороскопа. Сейчас на экране появится таблица, в которой вы можете увидеть точную дату начала каждого тотемного года. Я создам гороскоп для каждого представителя из 12 знаков. Далее вы можете переключить по тайм-кодам в описании на нужный вам знак, послушать прогноз на год. Для всех, кто желает обратиться ко мне за личной консультацией, в описании к этому видео есть все контакты, как это можно сделать, включая официальный сайт Дмитрий Шимко. Всех благодарю за внимание.
Поехали по тотемам. Итак, рожденный год крысы. Как они себя будут ощущать в 2024 году, год дракона, который проходит у них по четвертой ступени 12-летнего юпитерианского цикла, то есть ограничения, некоторые жесткие рамки. Но это скорее в положительной коннотации стоит воспринимать, то есть особенно тех представителей знака крысы, которые выстраивали или создавали, скажем так, фундамент в 23-м году. В первую очередь это касается деятельности, самореализации, работы в целом. Год с ограничениями обычно говорит о том, что человеку приходится входить в какую-то ответственную фазу, очень четко отвечать за свои слова и поступки, занимать серьезные должности, не выходить за рамки того, что от них изначально требовали или требуют. Но это очень по-разному можно воспринимать. Например, люди, рожденные в год крысы 72-й, могут почувствовать достаточно радикальные изменения в работе в этом 24-м году, а именно уход с работы или резкая смена деятельности. Также для рожденных в 72-м год дракона говорит и о личной сфере. У кого-то это драматичная ситуация, расход, раскол, а для свободных представителей этот год хорош как раз-таки для новых знакомств и очень романтических отношений. Также, например, для рожденных в 84-м году год крысы – это великолепный год, год новой карьеры или нового статуса, нового витка. А правда, здесь могут проходить достаточно конфликтные ситуации, которые граничат с отношениями по работе и отношениями, скажем так, дружескими, да, то есть достаточно острый на язык будут некоторые представители рожденных 84-го года, и здесь, конечно, стоит себя, наверное, немножечко сдерживать, хотя в целом год очень хороший, мощный, хорошие эпизоды май, июнь, сентябрь, октябрь, декабрь, это моменты перехода по работе или каких-то поездок, связанных с командировками или тех, кто работает вахтовым методом. А вот, например, для крыс, рожденных в 96-м году, этот год показан больше как год большого старта, если мы говорим про самореализацию. Но, скорее, здесь, учитывая, что дракон зеленый, можно присовокупить и начало отношений к этому пониманию старта. А вот, например, крысы, рожденные в 1960 году, внезапно могут обнаружить в себе какие-то новые таланты и интересы, особенно во втором полугодии 24 года, скажем, таланты, к которым ранее они не имели какого-то отношения прямого. То есть это те интересы и хобби, которые захочется изучать и реализовывать в этом году. А вот, например, крысы, рожденные в 2008 году, да-да, этим людям уже по 16 лет в этом году, кому-то уже исполнилось, кому-то исполняется. Здесь я бы сказал больше по отношениям, по лирическим, по отношениям с родственниками, по отношениям с окружающими, достаточно остро могут воспринимать критику в свой адрес и также остро отвечать, провоцируя конфликты, чего, конечно, делать нежелательно. В целом для крыс 2024 год я бы назвал скорее положительным и динамичным, чем каким-то замедленным и заторможенным. То есть динамика событий настолько погружает вас в этот событийный ряд, что расслабиться, пожалуй, не остается ни времени, ни возможности в этом году. Также рожденным в 84-72 году стоит позаниматься здоровьем. Цикл проходит по четвертой ступени здоровья. Это, как правило, связано что-то с костями, с суставами, ну и вообще со скелетом. Также для крыс год великолепен в плане крупных покупок, приобретений, движимости, недвижимости и так далее. Любых крупных затрат и расходов, которые очень благоприятно проходит по циклу весна, переходе на лето и начало осени, переход затем в зиму. Ну что, друзья, если вам этой информации показалось мало, вы, конечно же, можете обратиться ко мне за личной консультацией по дате рождения, дистанционной, по телефону. В описании к этому ролику есть все мои контакты, как со мной можно связаться. Более детально, естественно, делая ректификацию, общаясь с вами, находясь в диалоге, мы сможем куда более детально рассмотреть вашу жизнь и выстроить более качественный, скажем, прогноз. За сим откланиваюсь, благодарю за внимание, желаю вам мощнейшего 2024 года дракона. Дмитрий Шимко, пока.
Итак, для рожденных год быка, как пройдет год дракона 2024? Дело в том, что это третья ступень 12-летнего юпитерианского цикла для быка, и таким образом бык открывает для себя еще и 7-летний цикл становления. Вот здесь стоит проецировать все-таки на свою жизненную ситуацию, потому что у кого-то становление – это, например, начало отношений или семейной жизни, для кого-то это дело всей жизни, самореализация, для кого-то это какие-то очень важные дела, аспекты в жизни, которые здесь, скажем так, закладывается фундамент в 24-м году. Например, для быков, рожденных в 85-м году, вот этот год дракона, 24-й, он выглядит достаточно таким суетливым годом, очень подвижным, при этом как будто бы много поставлено целей, но не все цели будут достигнуты, некоторые съедут во времени на несколько лет вперед, а что-то и вообще будет отклонено по итогу. Также для 85-го года стоит обратить внимание на своих старших родственников и позаниматься своим здоровьем. Год, который наводит на мысль, я говорю в целом о быках, наводит на мысль о смене сферы деятельности. Особенно это касается рожденных в 85-м году, в 97-м году и в 73-м году быков. То есть, по сути, 7-летний цикл, который открывает год дракона, это в первую очередь относится к теме самореализации, то есть к предназначению жизни, к реализации своих каких-то давнишних целей и мечт. Но если для 85-го года год дракона проходит немножечко по кризису личных отношений, а для свободных так наоборот, для очень романтических знакомств, то, например, для рожденных в 97-м и, извините, в 2009-м, здесь совсем другие аспекты работают. И они не связаны с личными отношениями в лирическом плане, но связаны с личными отношениями с общественностью и с родственниками. Поэтому стоит обратить внимание рожденным в 97-м году на своих старших родственников, так же, как и 2009 года рождения. А вот, например, быки, рожденные в 61-м году, могут испытать какое-то даже такое тотальное одиночество, ощущение безмолвия, поговорить как будто бы и пообщаться совсем не с кем. Какое-то отдаление от старой и очень бурной жизни. Но при этом второе полугодие для рожденных в 61-м году быков, второе полугодие дает некий новый импульс и надежду для некоторых, кстати, на новую самореализацию через наставничество, либо предложение. То есть, либо с кем-то вместе что-то организовывать. Ну, вот здесь уже точно стоит проецировать все-таки на свою жизненную ситуацию, чтобы понимать, о чем идет речь. Для многих быков, рожденных в 97-м году, год дракона становится отправной точкой для серьезных заработков. И, кстати говоря, тот самый 7-летний цикл, о котором я говорил в начале, он, собственно, и к этому очень хорошо подвигает. Вообще, третья ступень для быков – это год дракона, это год коммуникации, разрывы старых связей, отношений, начало новых, год больших глобальных переездов, перемещений, путешествий, год, который также вас двигает к вопросам, связанных с недвижимостью, если у вас какие-то судебные тяжбы, к скорейшему их решению и быстрому ходу событий в этих вопросах. Также этот год говорит о том, что многие быки почувствуют свое лидерство, но многие из них становятся лидерами мнений, лидерами в коллективах, лидерами в отношениях разного рода и так далее. Год очень богат на события. Повторюсь, для рожденных в 85-м, 97-м, 73-м, для этих людей год вообще, как я обычно называю, белка в колесе. То есть очень много событий, очень много планов, в том числе грандиозных, особенно осенью, но скорее этот год дает больше импульс, чем само начинание. А если вы что-то и начинаете, то лучше это, конечно, делать осенью, но я думаю, что события сами вас к этому подведут, потому как следующий год, уже год змеи, это год реализации этих проектов или этих дел, или того, что здесь только наметилось, или то, о чем вы договаривались, уже запускать в полную силу. Но об этом мы поговорим через год.
Ну что, друзья, если вам этой информации показалось мало, вы, конечно же, можете обратиться ко мне за личной консультацией по дате рождения, дистанционной, по телефону. В описании к этому ролику есть все мои контакты, как со мной можно связаться. Более детально, естественно, делая ректификацию, общаясь с вами, находясь в диалоге, мы сможем куда более детально рассмотреть вашу жизнь и выстроить более качественный, скажем, прогноз. За сим откланяюсь, благодарю за внимание, желаю вам мощнейшего 2024 года дракона. Дмитрий Шимко, пока. Итак, для рожденных год тигра, год дракона, как он пройдет? Ну, вообще, это вторая ступень в 12-летнем юпитерианском цикле для тигров. Этот год куда более спокойный, менее напряженный, чем 2023. Особенно это касается рожденных в 86-м году и в 74-м году тигров. Этот год больше говорит о каких-то уже глобальных начинаниях. Это связано в первую очередь с деятельностью, с изменением места жительства, то есть с переездами, которые идут вместе с карьерой. То есть любые переезды, связанные с самореализацией, они выглядят на год дракона крайне удачными. Для тигров, рожденных в 98-м году, год может стать потрясением касательно старых отношений, особенно если у вас отношения начинались в 18 лет, либо в 21, так как этот год показывает смену связей, смену общественных связей, смену дружеских отношений и так далее. То есть могут быть какие-то очень такие нервозные состояния, связанные с общением и попытки задержаться в старых отношениях. Но для рожденных 98-го года тигра, год дракона, говорит о потрясающей, не побоюсь этого слова, карьере. То есть это тот самый импульс, который дается для того, чтобы наконец-таки начать заниматься чем-то серьезным. Вообще год дракона проходит по второй ступени. В первую очередь для всех тигров это говорит о договоренностях. То есть, например, этот сигнал указывает на работу с кем-то вдвоем, в тандеме, получение предложений, приглашений по работе, приглашений не только сотрудничества, но и в лирические отношения зайти, разного рода примирения, договоренности или наоборот разрыв связи. Например, рожденные в 98-86 году могут немножечко отойти от опеки своих старших родственников. Главное здесь не входить в конфликты открытые, потому как год дан для, с одной стороны, разъединения отношений, с другой стороны, для соединения либо воссоединения старых каких-то потерянных давно отношений. Но здесь надо будет уметь, единственное, правильно договариваться. Для тигров, рожденных в 62-м году, нужно будет уметь договариваться в этом году со своими, например, младшими родственниками, либо вообще с родственниками. А вот, например, для рожденных в 74-м году стоит подумать об обучении, либо работе с кем-то, либо отношения с наставником. То есть человек, который может вас обучать, либо к чему-то, или прививать вам какую-то новую деятельность или новые знания. Все-таки, если сравнивать с 23-м годом, это год для тигров куда более спокойный, размеренный. Все-таки это вторая ступень. Первая ступень была в 2003 году. Это разрушение старого и какие-то начинания более-менее. Я бы не сказал, что 24-й год – это год каких-то кардинальных изменений в жизни надолго. Но, тем не менее, изменения здесь все-таки видны. И, в первую очередь, повторюсь, они касаются людей, рожденных в 98-86 годах. Но и даже глядя на эти циклы временные, вряд ли можно сказать, что это стратегия. Это скорее предтеча, потому как более интересные маневры, скажем так, например, связанные с деятельностью, самореализацией, они все-таки открываются в год змеи и лошади, то есть следующие два года. Многие тигры уже определились с тем, с кем они хотят быть, чем они хотят заниматься еще осенью или в конце 23-го года. Если у вас событийный ряд складывался именно таким образом, то 24-й год вам, конечно, в помощь. Очень интересные месяцы для начинания: февраль, март, октябрь и декабрь. Ну, а о следующем годовом цикле и о третьей ступени мы поговорим с вами через год. Счастливо!
Ну что, друзья, если вам этой информации показалось мало, вы, конечно же, можете обратиться ко мне за личной консультацией по дате рождения, дистанционной, по телефону. В описании к этому ролику есть все мои контакты, как со мной можно связаться. Более детально, естественно, делая ректификацию, общаясь с вами, находясь в диалоге, мы сможем куда более детально рассмотреть вашу жизнь и выстроить более качественный, скажем, прогноз. За сим откланиваюсь, благодарю за внимание, желаю вам мощнейшего 2024 года дракона. Дмитрий Шимко, пока. Для рожденных год кота или кролика год дракона поступает на первую ступень 12-летнего юпитерианского цикла. Это значит, что год гораздо более интересный, чем нулевой 2023 год своего тотема. Но здесь все-таки расслабляться еще не приходится. Отсюда открывается практически 12-летний цикл. Многие представители кота-кролика, по сути, начинают все с нуля. Очень хороший год для начала новых отношений личных. Особенно это касается людей, рожденных в 87-м году, 75-м году. Этот год также великолепен для разъединения. То есть, если у вас были какие-то обременительные отношения, из них очень легко будет выйти в 2024 году. А также многие представители, например, рожденные в 87-м году и 99-м, год кота-кролика, смогут отсоединиться, если так можно сказать, от опеки старших родственников и начать свой самостоятельный путь. Вообще год может показаться немножко таким заунывным или, я бы даже сказал, закрытым в плане эмоций. То есть после 23-го года 24-й продолжает, если так можно выразиться, обнуление пространства общественного вокруг вас, имеется в виду деловые, дружеские отношения, также семейные. То есть идет какой-то вот обнуление, и вы это не сможете не почувствовать, скорее всего, в течение всего 24-го года. Но, тем не менее, для котов-кроликов этот год хорош для начала больших дел, рассчитанных на 7-9, а у кого-то на 12 лет. Связано ли это с отношениями, с деятельностью, с эмиграцией, переездами разного рода? Но, например, год не располагает для сделок больших, для сделок с недвижимостью, для приобретения автомобиля, для каких-то покупок, кредитов. Нежелательно еще не окрепший фундамент для такого рода авантюр. Для представителей котов-кроликов, особенно рожденных в 75-м и 63-м году, вот это тотальное одиночество, внутреннее уединение и созерцание из-под своего кокона, конечно, может навести на разного рода грустные мысли. То есть именно в психологическом плане год как будто бы отделяет от всего старого. А самое главное – это изменение мировоззрения этих представителей. То есть на пересмотр своих жизненных позиций, особенно связанных с отношениями. Но у рожденных в 1987 году это достаточно серьезные взлеты по карьере и работе, а вот у рожденных в 75-м году это переход в новое качество, на новый уровень. Многие из них останутся в той же самой сфере, но им несколько придется поменять свое амплуа, овладев какими-то новыми навыками, получив какие-то новые предложения, заручившись новыми предложениями о сотрудничестве. Поэтому перспектива для рожденных в 75-м году будет выглядеть крайне туманной, но очень интересной и своего рода даже авантюрной. А вот для рожденных в 1999 году котов кроликов этот год лирический, он по большей части проходит по линии отношений, разного рода влюбленности. Для кого-то это может быть даже такая около драматическая история. Вот для рожденных в 1987 году отношения с родственниками, вопросы с недвижимостью в виде наследства либо переоформления. Надеюсь, эти пересечения никак не связаны ни с какими судами или еще более печальными какими-то аспектами жизни. Да, еще хотелось бы отметить более зрелое поколение, коты-кролики, рожденные в 51-м году, 63-м году. Здесь проходят циклы хобби, циклы делегирования полномочий, если они управляли какими-то бизнесами, например, или чем-то занимались, уход в, скажем так, более облегченную фазу самореализации, либо вообще, как я это обычно называю, уйти пожить для себя, чисто отдохнуть. Ну, надеюсь, вам доступна информация. Удачи в 2024 году.
Ну что, друзья, если вам этой информации показалось мало, вы, конечно же, можете обратиться ко мне за личной консультацией по дате рождения, дистанционной, по телефону. В описании к этому ролику есть все мои контакты, как со мной можно связаться. Более детально, естественно, делая ректификацию, общаясь с вами, находясь в диалоге, мы сможем куда более детально рассмотреть вашу жизнь и выстроить более качественный, скажем, прогноз. За сим откланиваюсь, благодарю за внимание, желаю вам мощнейшего 2024 года дракона. Дмитрий Шимко, пока. Итак, для драконов, как пройдет их тотем, дракон зеленый 2024. Дело в том, что для представителей тотема дракон этот год является 12-й ступенью в 12-летнем цикле, она же нулевая ступень, то есть год обнуления. Обычно в такие годы, вот многие говорят, вот для меня мой год самый счастливый, или для меня мой год самый несчастный. Да, это действительно так. Дело в том, что свой годовой тотем, который попадает раз в 12 лет, он действительно является крайне знаковым. Но для каких-то представителей он является точкой ноль, то есть уже 11-я предыдущая ступень, год кота подготовил, все расставил по своим местам и предоставляет возможность дракону начать все с нуля. А кто-то еще перетянул свои старые вопросы и проблемы, скажем так, уже в свой тотемный год, в свой дракон. И здесь получается таким образом, что, например, вот рожденные драконы в 2000 и в 76 году, у этих драконов полная переоценка ценностей, сознания, мировоззрения, смены сферы деятельности и вообще самореализации, начало большого обучения и так далее. А вот, например, для рожденных в 88 году и в 64 эти годы больше походят на то, что этот год, что старые вопросы подвисли в воздухе. Я думаю, что уже осенью 23 года вы уже понимали, что что-то подходит к логическому завершению, либо наоборот, вы только там стартовали с какими-то вопросами, неважно, связано ли это с личной жизнью, с обучением, с новой деятельностью и так далее. Вообще, год дракона будет подводить большую жирную черту. И если вы в этом году не решитесь на радикальные изменения в своей жизни, особенно если вы понимаете, о чем речь, то за вас год дракона это сделает самостоятельно. Единственное, что у многих нерефлексирующих людей это может все повиснуть, переходить в какую-то деструктивную фазу и откладываться уже на следующие два года. Змея-лошадь, где уже внешние обстоятельства сами наведут порядок в вашей жизни. Также к году дракона стоит обратить внимание рожденным в 64-м, 52-м, 2012 и 2000 на тему здоровья, второе полугодие. Вообще этот год хорош для обновления не только разного рода внешних каких-то контуров, но и связанных с своим организмом, то есть чекап, лечение и так далее. Ну, видимо, здесь какие-то обстоятельства к этому будут все-таки вас подвигать. И еще вы просто замечаете, что происходит очень знаковые события в трех, скажем так, местах этого года. Первое – это весна, раннее март, переходе в апрель. Второе – это конец лета с конца августа в переходе на сентябрь. И третье – это конец ноября в переходе на декабрь. То есть знаковые временные отрезки, где происходят, соответственно, знаковые какие-то моменты жизни. Я не хочу нагонять здесь жути, тем более, что меня и так упрекают в, извините, стрёмной подзвучке музыкальной. Но, тем не менее, то, что я знаю по практике и смотря за циклами из 12-летки в 12-летку бесконечно, наблюдая за этими повторами, часто бывает так, что в свой нулевой, либо он же 12-й цикл, происходит смена поколений, то есть уходят старшие родственники, появляются новые, ваши уже будущие родственники, смена личной жизни радикальная, то есть вообще те, у кого происходит ноль в этой позиции, здесь все нужно начинать с нуля. Абсолютно все. Но большая часть года все-таки походит на то, чтобы закрывать вопросы из прошлого, либо переводить их на какой-то новый уровень. Но этот год действительно становится знаковым, например, для рожденных в 2000 году, в 88-76, знакомство
знакомства. И это совсем не обязательно какие-то личные лирические отношения, а именно дружеские, деловые и вообще с людьми, до которых, может быть, вы ментально уже доросли. Эти завязки, эти контакты, они становятся очень важными в дальнейшем и играют немалую роль в вашей судьбе последующие годы. Так что будем наблюдать за этим, коллеги. Благодарю за внимание. Ну что, друзья, если вам этой информации показалось мало, вы, конечно же, можете обратиться ко мне за личной консультацией по дате рождения, дистанционной, по телефону. В описании к этому ролику есть все мои контакты, как со мной можно связаться. Более детально, естественно, делая ректификацию, общаясь с вами, находясь в диалоге, мы сможем куда более детально рассмотреть вашу жизнь и выстроить более качественный, скажем, прогноз. За сим откланиваюсь, благодарю за внимание, желаю вам мощнейшего 2024 года дракона. Дмитрий Шимко, пока. Итак, для рожденных год змеи, год дракона становится 11-й ступенью 12-летнего юпитерианского цикла. Я бы назвал этот год завершение больших проектов жизни. Завершение старых отношений, старой деятельности, переезд в новое место жительства, обновление общественного пространства в том числе и так далее. То есть, другими словами, это год подведения итогов. Но для некоторых представителей этот год может стать как раз стартом во многих вопросах. Например, для рожденных в 2001 году и рожденных в 1977 и 65 годах этот год проходит по лирической линии, то есть год налаживания отношений, год новых романтических знакомств или закрепления отношений, которые, ну, достаточное уже время выдержаны для того, чтобы их можно было, например, официально закрепить. То, что я знаю по практике, вот в такую 11-ю ступень, обычно змеи, которые проходят по 11-й ступени, часто проходят через репродуктивный период. То есть, вот, например, давайте вот возьмем просто по более-менее возрасту молодому, например, рожденный в 89-м, 2001-м. Вот прекрасные годы, если вы планировали семейственность, продолжение рода. Прекрасный год для рождения ребенка. И здесь прямо с весны до осени этот эпизод очень сильный. Кстати, по-другому это можно трактовать в зависимости от контекста ваших обстоятельств, как начало какого-то обучения, либо захода в новую профессиональную нишу и продолжение обучения в ней, но уже в режиме практики. Для рожденных в 1977 году, 2013 год, 89 год, также в год дракона 24 становится годом старта работы, то есть старта какой-то, например, новой должности или начала какого-то серьезного обучения, а также год показан как год ограничений в некоторых аспектах. Например, это может коснуться, например, материальной стороны, ограничения в финансах, либо ограничения, извините, свободы, или, например, ограничения в работе, в деятельности, ну, то есть имеется в виду, где вам приходится делать то, что вам не очень хочется, и при этом постоянно соблюдать какие-то границы или рамки, в которые вас туда поместили. То есть даже само психологическое восприятие выходит по итогу этого года таким образом, что как будто бы вас к концу года развязали руки и ноги. То есть год достаточно такой прижимистый. И это касается психологического состояния, а у кого-то даже и в прямом смысле этого слова какие-то ограничения. Для многих змей год дракона продолжает обучение и погружение в мистику, либо, ну, скажем так, в такое магическое погружение, открытое еще в год кота-кролика, предыдущий 2023, новые контакты, люди интересные с таким мистическим мышлением. Возможно, вы начали в прошлом году чему-то обучаться или очень плотно интересоваться. Так вот, год дракона, он не только закрепляет этот материал, но и подталкивает вас к практике, либо к поиску, скажем так, мест, где можно себя реализовать и раскрыть в этом качестве. Также для змей год хорош по, как я называю, год иностранных контактов. То есть имеется в виду, что есть связь с людьми, которые не находятся с вами в одной географической локации. Это знакомые, с которыми вы можете переписываться долго, и в этом году лишь начать переписку, или вы уже давно находитесь в каких-то таких дистанционных
ВКонтакте, и этот год может наконец-таки вас сблизить друг с другом. Неважно, касается это каких-то личных отношений, деловых. То есть год интересен тем, что через границы проводит образ коммуникации и соединяет его, воссоединяет и создает такой вот, скажем так, полноценный, зачастую даже лирический тандем. Многие змеи выходят из тишины. Они становятся шумными, громкими, знаменитыми, легендарными, будучи уже при жизни. Этот год высота, апогей, потому как следующий год, год змеи, придется прийти на свою 12-ю, она же нулевая ступень, и многим придется начинать все с нуля, либо уже закрывать все то, что начато. Поэтому на 11-й ступени, там, где вы находитесь сейчас, можно свернуть горы и сделать все то, о чем вы давно мечтали, но долго не решались. Тем более, что обстоятельства здесь как раз под стать. Благодарю за внимание. Ну что, друзья, если вам этой информации показалось мало, вы, конечно же, можете обратиться ко мне за личной консультацией по дате рождения, дистанционной, по телефону. В описании к этому ролику есть все мои контакты, как со мной можно связаться. Более детально, естественно, делая ректификацию, общаясь с вами, находясь в диалоге, мы сможем куда более детально рассмотреть вашу жизнь и выстроить более качественный, скажем, прогноз. За сим откланиваюсь, благодарю за внимание, желаю вам мощнейшего 2024 года дракона. Дмитрий Шимко, пока. Лошадь. Рожденные в год лошади. Как они проведут год дракона 2024? Этот год проходит по 10-й ступени 12-летнего юпитерианского цикла. Это говорит о том, что год находится на острие мощнейших начинаний. В первую очередь это касается самореализации. Но дело в том, что этот год очень двойственный, и я бы назвал вот эти начинания скорее метафорическими. То есть здесь много иллюзий. Вы начинаете какие-то новые проекты, заходите на новую должность, на новую работу, переезжаете на новое место жительства, и кажется, что все, образно говоря, море по колено. На самом деле этот год как начинает, так и обнуляет. Десятая ступень, один с нулем. Здесь самое главное вот в этом таком болотистом состоянии не заходить в очень рискованные проекты, назовем это так. В первую очередь это всегда касается рисков, связанных с деньгами, с риски со здоровьем жизни и с риском, связанным с отношениями. Поэтому рисковать в этом году нежелательно. Но так как сам годовой цикл для лошадей очень вдохновляющий эпизод жизни, особенно это касается лошадей, рожденных в 1990 году и в 1978 году, у этих представителей, помимо самореализации, изменения и, наконец-таки, начала просвета какого-то, здесь еще и проходит линия личных отношений, лирических. То есть это знакомство, либо закрепление уже каких-то начатых отношений, например, в предыдущие два года. А вот, например, для людей, рожденных в 66-м году, приплывают люди из прошлого. Это могут быть ваши родственники, какие-то старые друзья, которых вы лет 20 не видели, например. И какие-то с ними возникают вопросы. При этом жизнь у вас проходит по циклу 10-й ступени, то есть то, о чем я в самом начале говорил. Но при этом еще и разрешение вопросов либо с родственниками, либо с какими-то старыми коллегами, друзьями из прошлого, которые к вам вас находят, или вы их находите, вас жизнь сталкивает как-то случайно. И таким образом старые раны снова кровоточат. Вот, например, для рожденных в 1954 году год лошади, несмотря на то, что этим представителям в этом году исполняется 70, если вы все еще рефлексируете, вы задействованы, этот год больше говорит о теме родственников, начальства и окружения в целом. Год коммуникации, год налаживания отношений, связей. Например, вы с кем-то из родственников долго не общались или находились в конфликте. Этот год хорош для налаживания таких отношений. А вот, например, для рожденных в 2002 году этот год может стать, наоборот, расторжением отношений, если они лирические и начаты за последние 5 лет, а также отключение от опеки старших родственников, то есть уход в какое-то свободное плавание. Для рожденных в 2002 году этот год хорош для переездов и изменения даже границ страны или города, или из квартиры в квартиру, просто куда-то переехать.
как бы отключив внимание и опеку старших родственников от себя. Для рожденных в 1990 году этот год более коммуникативный, этот год дает много общения, интереснейших знакомств, поиска новой работы или расширения, масштабирования тех тем, которые были открыты за последние почти 4 года. Но не забывайте о том, что риски с деньгами, ну, нежелательно в таком годовом цикле вкладываться во что-то долгосрочное или там, в кредиты какие-то влезать, ну, если нет такой необходимости, или кому-то даже давать в долг, потому что год по деньгам очень хитро сплетен. То есть изначально кажется, что все идет как должно, а по итогу вы можете обнаружить, что опростоволосились просто, либо вас обманули. Но, повторюсь, это связано исключительно с материальными благами. Многие змеи 2002, 90, 78 задумывают о переезде, либо этот год очень динамичный, указывающий на частые поездки какие-то, связанные с абсолютно разными аспектами жизни. Ну, надеюсь, доступно. Благодарю за внимание. Ну что, друзья, если вам этой информации показалось мало, вы, конечно же, можете обратиться ко мне за личной консультацией по дате рождения, дистанционной, по телефону. В описании к этому ролику есть все мои контакты, как со мной можно связаться. Более детально, естественно, делая ректификацию, общаясь с вами, находясь в диалоге, мы сможем куда более детально рассмотреть вашу жизнь и выстроить более качественный, скажем, прогноз. За сим откланяюсь, благодарю за внимание, желаю вам мощнейшего 2024 года дракона. Дмитрий Шимко, пока. Так, для рожденных год козы, овцы. Как пройдет год дракона? Вообще, это девятая ступень 12-летнего юпитерианского цикла для рожденных тотема коза-овца. Для кого-то это годовой цикл, ну, для большинства, точнее, ярчайших представителей, станет таким благоприятным и расслабляющим временем жизни, кроме, пожалуй, рожденных 79-го года, козавца. Дело в том, что для этих представителей этот год решающий по карьере и вопросам, связанных с недвижимостью, побочной. Что такое побочная недвижимость? То есть приобретение для того, чтобы пожить временно, или приобрести для там, младших родственников, или приобрести и как коммерческую недвижимость. Но в первую очередь для рожденных в 79-м году это год радикального перехода. Тем, кому исполнится 45 в этом году, заметят, что либо они заняли новое место под солнцем в профессиональном плане, либо перейдут на какой-то новый, более высокий уровень, а кто-то совсем попрощается со своей старой личной жизнью, старым местом жительства и старой деятельностью. Для 79-го года это такой переходной год. Вот, например, для рожденных в 67-м году это год жесткой ограничительной работы. То есть то вдохновение, которое они поймали в 2022-2023 году, здесь принимает форму более жестких границ. То есть здесь уже нет процесса, например, обучения. Здесь есть процесс захода в деятельность, выйти, как я обычно называю, из-за кулис на сцену и себя показать. Правда, уверенности будет немного, и к концу года могут появиться еще и мысли о том, а тем ли я занимаюсь, может быть, мне переключиться на что-то иное. А вот, например, для рожденных год козы овцы 55-го года, год связан с родственниками и вопросов с недвижимостью и документами. То есть, каким-то образом придется общаться с, может быть, чиновниками, бюрократами, раздел имущества, а также попытка налаживания отношений с родственниками, либо сближения. Если вы, например, живете в разных странах или городах, есть прекрасный шанс воссоединиться. Для рожденных в 2003 году год козы, этот год скорее становится годом первой серьезной деятельности. То есть здесь, ну, возможно, эта деятельность еще не определяет ваш творческий путь на жизнь, но, тем не менее, это показано как момент бесстрашия. То есть, а попробую-ка я вот это, или займусь-ка я вот этим. Или, может быть, даже кто-то пойдет учиться, судя по возрасту. Интересный эпизод для рожденных в 1991 году. Такой год может показаться очень расслабляющим и где все само плывет в руки. Для рожденных в 91-м году, конечно, не без трудностей могут проходить, особенно первое полугодие, но тем не менее, все-таки девятая ступень в 12-летнем цикле расслабляет. Вам в этом году будет 33, у многих будет непонимание того,
кто они, что будет дальше, как двигаться, может быть, пойти обучаться, может быть, что-то поменять в личной жизни, какое-то подвешенное состояние, но при этом проходит это как-то легко. Тут больше сомнений в голове, чем в реальной жизни, потому что сам годовой цикл, он не говорит ни о резких переходах туда, ни о каких-то дерзких событиях, связанных с отношениями какими-то. То есть, скорее, здесь вот ни рыба, ни мясо. То есть, это промежуточный год, куда важнее будут следующие циклы в годы змеи и лошади, но об этом мы поговорим через год. Поэтому я вам в этом году желаю успехов и меньше рисков. Дракон не любит риски, да. Ну что, друзья, если вам этой информации показалось мало, вы, конечно же, можете обратиться ко мне за личной консультацией по дате рождения, дистанционной, по телефону. В описании к этому ролику есть все мои контакты, как со мной можно связаться. Более детально, естественно, делая ректификацию, общаясь с вами, находясь в диалоге, мы сможем куда более детально рассмотреть вашу жизнь и выстроить более качественный, скажем, прогноз. За сим откланиваюсь, благодарю за внимание, желаю вам мощнейшего 2024 года дракона. Дмитрий Шимко, пока. Для рожденных год обезьяны дракон пройдет под огненным знаком. Это восьмая ступень 12-летнего юпитерианского цикла для обезьян. Год достаточно напряженный, с одной стороны, богат на события, на резкие повороты в жизни, а с другой стороны, год говорит о том, что многим обезьянам прямо-таки с неба падают рычаги власти, влияния, перехода на серьезные должности, на выравнивание отношений с одной стороны, на завершение отношений с другой стороны. Особенно вот интересен, мне понравился, вот как цикл проходит у рожденных в 1980 году, рожденные обезьяны. Например, этот год показывает, скажем так, несостоятельность тех проектов или тем, или начинаний, которые были открыты в, например, 22-23 предыдущих двух годах. И 24-й год дает возможность пересмотра и полного-полного просто обнуления и заново, так сказать, запустить какие-то темы. А вот, например, для рожденных в 68-м году обезьян этот год становится крайним в отношениях по работе. Например, здесь проходит конфликтная линия, которая отвечает за смену работы или уход с работы, или разрыв отношений с партнерами в результате несговорчивости либо конфликта. Но при этом год хорош для больших сделок с недвижимостью либо вложений каких-то. Вот для рожденных обезьян 1956 года, хотя здесь у многих, наверное, уже рефлексии не так много, здесь нужно будет обратить внимание на общение с, ну, можно назвать, коллегами, родственниками, на тему здоровья и на тему имущества. Возможно, какое-то переоформление документов, что-то такое. Для рожденных в 1992 году это год знаковый для обезьян. По большей части здесь показано начинание в двух направлениях: отношения, либо рождение ребенка, что тоже является мощной точкой личной жизни, либо перехода с деятельности на деятельность. То есть по двум сценариям. Для обезьян, рожденных в 1992 году, этот год, конечно, очень значим. Здесь, правда, надо будет заниматься здоровьем. В 92-м году рожденный, в 2004-м, 68-м циклы здоровья. Для рожденных в 2004 году людям, которым исполнится 20 лет или уже исполнилось на момент, когда вы прослушиваете, этот год проходит по знаку дуальности и мечт. То есть год больших иллюзий, но при этом с абсолютно отсутствующим каким-то фундаментом для этого. Например, может пойти куда-нибудь учиться и быстро понять, что это уже неинтересно. Или, например, вы уже обучаетесь, и вы внезапно осознаете, что не туда свернули, хотелось бы что-то изменить. В принципе, этот год хорош для этого. Правда, рожденным в 2004 году контакты со старшими родственниками могут быть очень напряженными. А вот, например, для рожденных в 92-м, 80-м годах, для этих людей напряженные отношения именно в деловом плане. То есть могут быть конфликты с партнерами, либо разъединение, либо конфликты с руководством, с коллективом. Достаточно такой горячий год, но многие обезьяны, насколько я знаю, по практике, по восьмой ступени проходя, получают действительно рычаги власти, становятся либо известными, либо могущественными, либо высоко поднимаются настолько резко, что мало кто успевает за ними угнаться. Поэтому
Поэтому этот год стремительный, здесь очень много дано изначально, и обстоятельства складываются таким образом, что можно очень хорошо развернуться, скажем так. Но касательно отношений, конечно, личной жизни этот год не самый великолепный, то есть, ну, скорее он не говорит про какие-то начинания, но в личной жизни год будет погружен в совершенно другие обстоятельства, кто-то будет решать вопросы, связанные с наследством, делением какого-то имущества, с приобретениями, ну, то есть и вообще большими сделками, в принципе, заниматься своим здоровьем, то есть тут будет чем заняться, год активный, и наперед вам скажу, то следующие годы это годы кабана и крысы, вот там уже можно будет говорить о чем-то знаковом, серьезном стратегии, а здесь пока надо на ближайшие 2-3 года ловить этот фарт, пока он вам открыт. Благодарю за внимание. Ну что, друзья, если вам этой информации показалось мало, вы, конечно же, можете обратиться ко мне за личной консультацией по дате рождения, дистанционной, по телефону. В описании к этому ролику есть все мои контакты, как со мной можно связаться. Более детально, естественно, делая ректификацию, общаясь с вами, находясь в диалоге, мы сможем куда более детально рассмотреть вашу жизнь и выстроить более качественный, скажем, прогноз. За сим откланиваюсь, благодарю за внимание, желаю вам мощнейшего 2024 года дракона. Дмитрий Шимко, пока. Ну что, рожденные в год петуха, как они себя будут ощущать в год дракона в 24-м? Седьмая ступень 12-летнего юпитерианского цикла. Вообще дракон любит петуха, дает ему такой карт-бланш на такие серьезные начинания. Особенно хорошая линия проходит для петухов, касающаяся личных отношений, особенно если петухи находятся в свободном статусе в этом вопросе. Для знакомств год великолепен, особенно его второе полугодие. Но, например, для петухов, рожденных в 69-м году, вопрос может стать очень серьезно по части их нахождение в определенной географической локации. То есть, другими словами, вопрос встает о том, где мне жить и стоит ли мне переезжать, а если стоит, то куда. Ну, скорее всего, у многих этот вопрос уже будет решен. Причем эти переезды связаны как с внутри страны, из квартиры в квартиру, так и изменение границ вообще. Но, кстати говоря, этот же цикл для рожденных 69-го года и 81-го года, особенно второе полугодие, эти годы могут стать связанными именно с вопросами недвижимости, то есть приобретение, расширение, продажи и все, что вот с этим связано. Для рожденных в 93-м и 81-м годах петухов этот год идет под знаком сотрудничества, предложений и обучение. Ну, обучение, скорее всего, это в режиме практики, как правило, вот то, что я по своей статистике замечаю, то есть внезапно попадают представители тотема в определенные новые обстоятельства, очень интересные, перспективные, связанные с деятельностью, где приходится попутно обучаться и, так сказать, ловить на лету новую информацию. А многие, рожденные в 81-м году, в 69-м и даже 57-м годах, получают некоторые рычаги управления либо власти, открывают для себя новые направления. В этом году хочется обучаться, особенно это касается рожденных в 2005 году, кому в этом году исполнится 19 лет, и 93-го года. Этот год тотем для обучения, то есть получения новых навыков и знаний, которые здесь открываются. Год хорош, повторюсь, для петухов в целом по личным отношениям, рожденным в 81-м, 93-м, 69-м. Отношения старого типа могут дать трещину. Здесь надо понимать, что это за отношения, когда они начались, какой циклический эпизод они выдержаны, 7, 9, 12, 18-летние и так далее. И отсюда более-менее уже составлять некий прогноз на качество этих отношений, как они здесь будут переживать. Дело в том, что дракон, тем более в деревянном, скажем так, обличии для петуха, всегда показывает реорганизацию личной жизни. То есть в любом случае какие-то изменения происходят вот в этом, скажем, лирическом аспекте. Год хорош для повышения капитализации, увеличения и изменения монетизации своей деятельности. Неважно, работаете ли вы в наеме или на себя. Здесь открываются, ну,
можно так сказать, ответственные деньги, то есть там, где ответственность за эти заработки или получение этой прибыли ложится напрямую на вас и становится крайне ответственным предприятием. Для петухов, рожденных в 81-м, 93-м, 2005-м, год хорош для сотрудничества. Получение предложений, либо вы кому-то делаете предложение, то есть не в одиночку, а с кем-то вместе, или даже в какой-то компании, или с группой лиц, не побоюсь этого слова, особенно рожденные 69-й, 57-й годы, а там именно предложение от больших каких-то корпораций или групп людей, в помощи решения каких-то вопросов, то есть как-то быстренько можно это все разрешить. Поэтому, да, год очень ответственный, и даже с одной стороны можно назвать его напряженным, но при этом он хорош. Вообще седьмая ступень, она дает новый задел. Это как повышение квалификации, это как переход на новый уровень. То есть, по сути, для петухов открыт еще вот ближайшие 4 года, начиная с этого года дракона, какого-то очень резкого роста. Роста, либо если вы что-то только начали или начинаете, то это тоже стремительный рост, только с нулевой ступени. Но здесь уже надо смотреть по обстоятельствам и проецировать на свою жизненную ситуацию. Ну что, друзья, если вам этой информации показалось мало, вы, конечно же, можете обратиться ко мне за личной консультацией по дате рождения, дистанционной, по телефону. В описании к этому ролику есть все мои контакты, как со мной можно связаться. Более детально, естественно, делая ректификацию, общаясь с вами, находясь в диалоге, мы сможем куда более детально рассмотреть вашу жизнь и выстроить более качественный, скажем, прогноз. За сим откланиваюсь, благодарю за внимание, желаю вам мощнейшего 2024 года дракона. Дмитрий Шимко, пока. Для собак год дракона проходит по шестой ступени 12-летнего юпитерианского цикла, но после такого взбалмошного, дающего безграничную усталость 23-го года, боюсь, что 24-й год типичным представителем тотема собаки не даст расслабиться точно, особенно это касается людей, рожденных в 82-м году, 70-м, у этих представителей появляется какое-то второе, а у кого-то даже третье направление деятельности. Например, вы работаете где-то, неважно, на себя, в наем, и появляется что-то дополнительное, как дополнительный заработок, второе направление деятельности, обучение, какое-то хобби. В общем, дополнительной нагрузкой расслабиться здесь, конечно, вряд ли удастся. Шестая ступень. Это, если по-русски трактовать, это бег по кругу, это зацикленность. То есть очень много вопросов либо не решаются вообще в 2024 году, либо постоянно переносятся сроки. Поэтому здесь не стоит требовать от тех, кто вам что-то пообещал или с кем вы договорились, исполнения срок в срок, потому что внешние обстоятельства диктуют сбой. Сбой матрицы, если так можно сказать. Вот, например, для рожденных в 1994 году год собаки, которым в этом году исполнится уже 30 лет, этот год говорит о повышении квалификации, переход на новый уровень карьеры. Правда, почему-то этот год не отвечает за личные отношения. Здесь скорее, если у вас уже отношения сколько-то времени тянутся, они здесь могут стагнировать, заходить в такую рутинизацию даже, скучную фазу, я бы так сказал. А вот для рожденных в 1958 году, год собаки, отношения с близкими родственниками, а также, если вы еще в работе, с некоторыми коллегами, идут на серьезный пересмотр. Зачастую, то, что я знаю по практике, можно вообще поставить точку на этих отношениях, прекратить общение и уйти пожить для себя. Вот, например, для рожденных в 2006 году, это как раз те, кому в этом году уже 18 лет. Здесь помимо разного рода армейских утех, я бы здесь отметил цикл личной сферы, лирический. Для кого-то это первая драма в жизни. Дракон зеленый, дровяной, он дает импульс на налаживание отношений. И как раз собак, рожденных в 2006 году, скорее всего, он не обойдет. То есть здесь можно так не слабо влюбиться. Чего не скажешь о рожденных в 1970 и 82 годах. Повторюсь, для них это годы дополнительной деятельности, перехода из одной сферы в другую за счет совмещения, также предложения о сотрудничестве. Также для рожденных в 1970 году этот год может стать предпоследним
перед закрытием глобальной карьеры, так можно сказать, потому что знаковый год для вас будет следующий, год змеи. А этот год все-таки походит на то, что вы уже осознаете, что вам все надоело, вы не понимаете, как дальше можно развиваться в той сфере, в которой вы, например, 12 лет или даже цикл 18 лет находитесь, не представляете, как можно развернуть это в какую-то новую перспективу. Именно поэтому для 70-го года этот 24-й год дракона дает импульс на выбор нового направления, либо как минимум импульс на то, что вскоре придется его искать. А вот для рожденных в 1994 году этот год становится знаковым по части карьеры, но при этом не дающий понимания этим представителям о том, как эти изменения в карьере будут выглядеть на дальнейшем, скажем так, в неотдаленном будущем. То есть, вроде как даются какие-то рычаги власти в руки, но при этом нет понимания и уверенности, что завтра это все не прекратится. Год для собак проходит по шестой ступени. Это отношения со старшими родственниками. Часто бывает смена поколений в такой период, или наоборот, рождение детей, или уход старших родственников из жизни, пересмотр отношений, ваше внимание в сторону своих родственников, для кого-то старших, для кого-то младших, средних и так далее. И очень колючий год касательно вообще отношений. То есть, возможно, у вас будет складываться такое вот ощущение, что вас все хотят потроллить. Вас хотят провоцировать. На самом деле это не имеет никакого отношения к реальности, это ваше восприятие. Поэтому год достаточно такой бойкий, шебутной, но лучше эту энергию запустить в какое-то более такое благоприятное русло, чтобы можно было в дальнейшем из этого какой-то выхватить гешефты и получить для себя какую-то выгоду. Ну, а как вы этим распорядитесь, это уже исключительно ваша рукотворная заслуга. Благодарю за внимание. Ну что, друзья, если вам этой информации показалось мало, вы, конечно же, можете обратиться ко мне за личной консультацией по дате рождения, дистанционной, по телефону. В описании к этому ролику есть все мои контакты, как со мной можно связаться. Более детально, естественно, делая ректификацию, общаясь с вами, находясь в диалоге, мы сможем куда более детально рассмотреть вашу жизнь и выстроить более качественный, скажем, прогноз. За сим откланиваюсь, благодарю за внимание, желаю вам мощнейшего 2024 года дракона. Дмитрий Шимко, пока. Для кабанов год дракона проходит по пятой ступени 12-летнего юпитерианского цикла. В первую очередь это говорит о подвижности в физическом плане, географическом плане, то есть частые переезды или раздумывание, очень серьезное раздумывание о том, а где бы мне пожить, куда переехать, как разрешить, например, сложные сделки с недвижимостью и так далее. Вообще, год неоднозначный. Например, для представителей 83-го тотема кабана, то есть людей, рожденных в 83-м году, этот год становится, скорее, зачастую даже разочарованием от тех дел, которые они задумали в прошлом году или даже начали. То есть это 24-й год, он дает им возможность пересмотреть и переключиться на что-то другое. Этот год не говорит о каких-то серьезных деньгах, а скорее говорит о том, что вам необходимо вскоре занять новое место под солнцем, то есть либо сменить сферу деятельности, либо как-то начать уже перестраивать предыдущую. Также, например, для кабанов, рожденных в 95-м году и в 71-м году, этот год говорит о совмещенной деятельности, то есть появляется какое-то второе или даже третье направление деятельности, и не всегда эта совмещенность может быть связана непосредственно с самореализацией. То есть, например, вы работаете, а у вас появляется, скажем так, вопрос жизненный, например, ухаживать за бабушкой, да, и для вас это будет считываться как работа. Или, например, вы зашли в какую-то учебу, курсы, переквалификации и так далее, это считывается как какое-то вот двойственное направление деятельности. А вот, например, для рожденных в 2007 году, несмотря на то, что совсем молодые люди, здесь появляется импульс об изменении образования или появлении мечты для самореализации. Хотя сам год скорее говорит о том, что любые начинания для рожденных в 2007 году в этом году имеют свой финал уже в следующем, 25-м году, год змеи. То есть, по сути, эти два года идут в цепки друг с другом. А вот для рожденных в 1971 году
год дракона становится такой уже финальной чертой для понимания того, что срочно все нужно менять и обнулять. При этом 23-й год уже вам не слабо должен был намекать на то, что особенно для людей, которые в одной какой-то области трудятся последние лет, допустим, 12-18 цикл, что эта деятельность уходит земля из-под ног. А вот, например, для рожденных в 1959 году этот год становится праздником. Ну, это метафора, естественно. То есть имеется в виду, что либо вас как-то затягивают в какие-то коммуникационные сети, то есть где вам приходится выступать, так сказать, раскрывать свои ораторские таланты, где нужно коммуницировать, общаться. И почему я это сравнил с каким-то праздником, как будто вы на сцене находитесь и что-то рассказываете. Ну, то есть это, конечно же, нужно проецировать на свою жизненную ситуацию. Вообще, проходя по пятой ступени, кабаны находятся на такой вот как бы на волне и на доске серфинга. То есть то волна вниз, то вверх, как будто бы не открывается картина будущего. То есть любые начинания пока приводят вас к личным сомнениям в этих предприятиях, либо просто ведут по какой-то линии, которая не открывает вам будущее. Это на самом деле нормально для кабанов год дракона, потому что следующие более рефлекторные годы и проходят по циклам змеи и лошади, там, где вы уже сможете понимать, кем вы становитесь, во всяком случае. Особенно это касается рожденных в 83-м, 95-м, 2007-м годах. Также для рожденных в 83-м году этот год проходит по циклу здоровья. Здесь надо будет с собой немножко позаниматься. Это значит, что энергетика меняется. А также это коснется и рожденных 59-го года, и 71-го. Также для рожденных в 1971 году, еще интересный момент, это я в последнее время уже замечаю по практике, это касается тех, кто работает на себя. Как будто бы у вас появляется возможность мягко отойти от своей старой сферы деятельности, делегируя свои полномочия молодому поколению, но при этом не теряя этот, скажем так, проект в виде монетизации. То есть финансы к вам продолжают приходить, но вы отпускаете рычаги влияния и контроля над своей деятельностью. Но в целом год такой больше похож на качели в метафорическом смысле, то есть волнообразный. Здесь хотелось бы отметить февраль, май, сентябрь, октябрь. Знаковые месяцы по изменению в работе, по расторжению отношений. Кстати, я забыл об этом сказать, что кабаны очень многие часто по дракону проходят не начало отношений, а расторжение старых личных отношений в первую очередь. Ну, например, рожденные в 95-м году и 83-м могут и заходить в новые отношения при наличии свободного плавания. Ну что, друзья, если вам этой информации показалось мало, вы, конечно же, можете обратиться ко мне за личной консультацией по дате рождения, дистанционной, по телефону. В описании к этому ролику есть все мои контакты, как со мной можно связаться. Более детально, естественно, делая ректификацию, общаясь с вами, находясь в диалоге, мы сможем куда более детально рассмотреть вашу жизнь и выстроить более качественный, скажем, прогноз. За сим откланиваюсь, благодарю за внимание, желаю вам мощнейшего 2024 года дракона. Дмитрий Шимко, пока.